Овны, у вас будет сложный в рабочем плане день, но многообещающий. Действуйте решительно и ответственно. Тельцы. Масса непростых вопросов возникнет перед вами, но ваш ум и сообразительность помогут с половиной из них справиться. Главное, не расслабляться раньше времени. Близнецы. Вам необходимо работать на результат, иначе окажетесь в неприглядном положении. Шевелитесь, проявляйте инициативу и общайтесь с новыми людьми. Раки. Звезды предсказывают неординарный день, хотя планы на него были совсем другие. Но предусмотреть все нереально. Попытайтесь устранить не только прошлые ошибки, но и людей, которые отвлекают. Львы. Вам будет легко настроиться на любую работу. Появится желание трудиться до седьмого пота. Нужны деньги. Иногда можно быть меркантильным до финансов. Девы. Хороший день для исполнения давних желаний. Действуйте уверенно. Вечером можно позволить себе все, что душа пожелает. Весы. Предстоит заниматься бумагами, подписанием документов и ходьбой по инстанциям. Все успеть нереально, но вы сможете львиную долю задач решить. Скорпионы. Ваши планы будут меняться с невероятной скоростью, но вы ни о чем не пожалеете. Есть шанс разобраться в себе и побороть некоторые комплексы. Стрельцы. Если вы решите во всем докапываться до истины, то она от вас ускользнет. Лучше быть поверхностным и легким на подъем. Это поможет в решении личных вопросов. Козероги. Сегодня в приоритете мелкая и спокойная работа. Возможно, что звезды сложились не так, как нужно. Сохраните комфорт в душе. Водолей. Культурным и эстетически выдержанным должен быть этот день. Не стоит обращать внимание на тех, кто к вам равнодушен. Рыбы. Вам не следует форсировать события. Нужно действовать по интуиции. Любые неожиданности и внезапные моменты смело воплощайте в жизнь.